В 20-й школе Черкесска расправили свои крылья «Орлята России». Это первый муниципальный слет отряда всех школ города. Для чего создано это движение и что дети думают об этом проекте, расскажет Альбина Ламкова. Вместе мы сила, вместе мы класс, мы за Россию, Россия за нас. Мы не боимся выступать на сцене, мы дружная команда и мы любим друг друга. Слет «Орлята России» по сути стал стартом для проявления и воплощения в жизнь лучших идей и устремлений детей. Амира Хапаева вместе с одноклассниками научилась работать в команде. Дружно справляются с заданиями и, конечно, получают новые знания. У меня есть любимый трек. Это «Лидер». Он меня научил выбирать, слушать. Мы писали на листочках выбор, кто лидер и кто помощник. Я была и в помощниках, и в лидерах. Я так переживала, я думала, что меня никогда не выберут, что я вообще не справлюсь с этим. Но у нас оказалось два лидера, и нам даже это помогло. Мария Солянкина поняла, что быть орленком значит быть организатором, творцом, другом и не бояться трудностей, быть готовым протянуть руку помощи. Дети – важная часть общества. Уверенность в этом утверждении даем мы, взрослые. Тогда твердо и вместе можно построить будущее страны. И помогают в этом деле «Орлята России». У нас впереди огромная работа, но за плечами уже есть опыт. Мы можем сказать, что наши орлята расправили крылья и начинают набирать высоту. Напомним о том, что «Орлята России» – это первый всероссийский проект для учащихся начальной школы, который был разработан в ВДЦ «Орленок». Уникальный проект направлен на развитие социальной активности школьников младших классов, воспитывая достойных граждан, раскрывая способности и таланты каждого ребенка. Орлята города Черкесска показали сплоченность в команде и гордость участия в новом патриотическом движении. Уверенно выполняя поставленные задачи, ребята стали участниками 7 треков. Практически на финишной прямой. Дети показали хорошие результаты работы в коллективе. Дети из начальных классов – это маленькие дети. Легко ли с ними работать, ставить перед ними задачи? С детьми легко работать тогда, когда им интересно. Задача каждого педагога – заинтересовать ребенка и привлечь его к этой работе. А потом уже все легко. Не навредить ребенку, дать возможность подняться и поверить в свои силы – главная задача педагога. В команде с друзьями «Орлята» совершат пока еще маленькие дела, которые в будущем обязательно станут большими. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.